Всем привет, время 15:30. И вот уже нашел первую радиостанцию, которая играет уверенно. Ну, это какие-то черные муслимы. Ну, в принципе, сейчас дальше пройдемся по диапазону. Покажешь. Еще радиостанция. Ну вот, а многие не верят, то, что это те в самый лучший по чутью приемник. Китай только в 4 часа включится. Они по расписанию. Если бы они сейчас выходили, я думаю, их бы было хорошо слышно. Громкость убавил, стало слышно радиостанцию. Вот эту радиостанцию я давно уже приметил. На 1098. Короче, собственно, у НЧ еще приемника создает помеху, наводку. Видать, из-за того, что усилитель, наверное, стерео там двухканальный, задействовали только один динамик. То есть здесь вот в моей версии один динамик и одна пассивка. И то, что один канал болтается в воздухе, он создает помеху. Вот. Ну, лоханули меня немножко с этим приемником. Я хотел, конечно, думал, что мне стерео версия придет. Вести FM еще не слышно. Ну как-то еле-еле там Иран пробивается. Китай включится в 4 часа. Вот на частоте радиоизоленты 1557 какое-то радио. Дальше ничего нет. Так, ну и пока осталось время, покажу еще. Это Тольяттинская 95,5. ВМР. Ну так его сейчас не слыхать. Ну еле-еле слышно. В осенне-зимнее время очень громко слышно польскую едынку на длинных волнах. Лучше даже, чем антенна Сателлор.
Сейчас домотаю до антенны Стеллар. Не очень удобно. Проверим еще одну радиостанцию. На 164 не слышать. Трещит экран. Ну, тоже довольно-таки громко едет. Обычно не приходится рукой закрывать приемник. Если я сейчас рукой закрою, да я сейчас покажу, в принципе. Ну вот, прикрыв рукой, я убираю, частично убираю память от экрана. Ну, вернемся к средним волнам. ВМР. Ух ты, какой-то этот. Рогомафин гоняет. Рогомафин мы любим. Снег растаял, в лесу грязно. Интересно, за рогомафин видео по-любому, наверное, заблокируют. Ну, проверим. Ну, в принципе, что еще показать. Взял с собой HRD еще приемник. На нем дальнобойщиков послушал, не стал уж снимать. Такие дела, ребятушки.